Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Игорь. И мы играем в Need for Speed Hot Pursuit. Так. Что там у нас дальше? Так, мы закопов продолжаем, да? Блин. Забыл про управление этой игры на ПК. Никак не могу отделаться от управления Final Fantasy VII. Так. Остановить на... Отзовитесь на сообщение об опасном вождении в районе Mission Beach. Разыщите троих гонщиков и арестуйте их. Окей? Так. Какую бы нам машину выдадут? Хочу Dodge Charger, блин. Так, из трех машин. Окей, ладно. Subaru Impreza, давай. Капец, как у меня все подвисает немного. Так. Ну что, разыграемся, ребята. Так. Простите, что у меня такой грустный тон. Так. Как? Надо сделать три ареста, чтобы на золото именно пройти этот ивент. Так. Там всего, насколько я помню, три машины. Porsche Boxster, Dodge Charger и еще какая-то там, точно не помню. Так, тут я стою, я их даже издалека вижу. Ага, тут еще и Бэхас. И тут я реагирую. Иди сюда, ты ублюдок, мать твою, блин, я промазал. Почти. Он получил несколько повреждений. Угу. Ща мы его накажем. На тебе, тварь. Был выписан талон. Ага, и перелом позвоночника в четырех местах. Чуть в кобальта не врезался в мирного гражданина. Так, надо эту бэху вывести из строя и потом этот чарджер. Блин. Игра, блин, плохо управляется. То есть плохо отзывается на мои действия. Или у меня медленная реакция. Хрен его знает. Но чувствуется какой-то импут-лаг в игре. И это меня бесит. В таких динамичных погонях. А? Обана. Почти. Мы столкнулись. Моя машина получила несколько повреждений. Сейчас он до граунда, он шинрот поедет. Давай, Игорёха, догоняй этого пиндубраса. Во, все, мы его уделали. Похоже, я на холодную включил ноутбук. И поэтому он так троит у меня в игре. Да уж. Причем я записываю с карты захвата, я ресурсы ноутбука не использую при записи. О, Police Interceptor. Ну давай его тоже попробуем.
тебя интерсептор такое говно, грубо говоря. Так, давай загонщиков. Погоня. Спорткары. Так, давай. О, наконец-то шипы нам дали. Теперь машина оснащена новейшей технологией. Полосой с шипами. Новейшая разработка SCPD выстреливает сзади автомобиля полосу с шипами. Если другая машина наезжает на полосу, она будет временно обездвижена. Воспользуйтесь этим и не полосы теряйте с шипами даже у копов есть. Количество полос ограничено. Я на вам перезарядку скажу. Требуется время. Так что используйте это оружие только когда успех гарантирован. Информация о доступности системы появится на вашем дисплее. Спасибо. Так. Только два типа оружия есть и у тех, и у других, насколько я знаю. Так, что мы попробуем? Давай Мазду. Так, шипы. Кстати, чем RX-8 от RX-7 отличается? У нее хоть и нет турбины, и там 4 места, но у нее мотор настолько изменен по впуску и выпуску, 1,3 литра, что он достиг мощности турбированной RX-8, то есть RX-7. И где-то даже на 10 лошадиных сил мощнее этой RX-7, насколько я знаю. Вот. Тем мне и нравится RX-8, что хоть она и специфичная, хоть она и не спортивная, но в ней есть свой прикол именно. Именно как четырехместная машина, как роторка, как такой эксперимент компании Mazda. Господи, какой же input lag. Давай же, давай мне геймплей, игра, бля. Бля. Как же у меня игра лагает. При катсцене. Давай, блядь, геймплей. О, спасибо, блядь, игра. Так, шипы надо на S нажимать, насколько я помню. Так. Шипы не только у нас есть, но и у копов, насколько я знаю. Так, шипами надо пользоваться по необходимости. Копы! На чем вы там? А, на интерсепторе. Окей. Так, если он сзади появится, то сразу шипы с него, у него сбрасываю. Получай, чувак. Ничего живого. Так. Погнали дальше. Спасибо. О, заграждение первого уровня. Вот что копам дали. Это, кстати, эксклюзив полиции, заграждение. Так что вот. То есть, есть две оружки, одни эти инклюзивные для гонщиков и полицейских, а остальные две оружки, они эксклюзивны для каждого именно, вот. Для каждой из сторон именно. Блин, я что-то слоупочу. Надо гонку заново пройти.
Похоже. Я собираю машину с ограждением в направлении вашего движения. Следуйте тем... Так. Ниссан, подвинься. Дорога перед вами блокирована. Так. Прошли заграждение, от нашей машины почти, то есть 40% здоровья отнялось, блин, от нашей машины. Дамаг очень сильный мы получили, но мы все еще едем, несмотря ни на что. Так, давай, Мазда, тащи. Так, где дырка? Вот она, дырка. Правда, мы не идеально попали в эту дырку. Да и фиг с ней. Так. Давай, Мазда. Давай, тащи. Нарушитель направляется к железнодорожному туннелю. Давай, Мазда, тащи. Давай, Рыкса, тащи. Прошли мы гонку. Окей. Нам дали, но это все еще, так сказать, а хотя если вспомнить, то это следующий класс автомобилей или нет, или это тот же. Ну ладно, я BMW не особо долюбливаю. Так, вот Ground Ocean Road, и посмотрим, какую еще. Ага, нам Эми дадут. В SCPD при выполнении задания вы имеете полную поддержку командного центра. Для следующего задания одобрено применение перекрытия дороги. Перекрытие вот дороги перед целью и вами будет установлено по вашему запросу. Столкновение с заграждением нанесет объекту повреждение и снизит его скорость, давая возможность задержать его. Угу. И сейчас мы будем останавливать Dodge Charger. Так. Мазду убрать не будем. Краун Виктория тоже. Давай на интерсепторе попробуем. Сейчас Субарик интереснее, но Краун Вик медленнее. Давай по приколу. Интерсептор вообще хрен пойми из чего сделан. Ну то есть он сделан из какого-то Форда Фокуса, блин, и на нем поставлен V6. Именно он специально для полиции сделан, блин. Хотя на смену тем же Crown Vic'ом, Crown Victoria, уже пришли Dodge Charger. Насколько я знаю. Интерсептор, он специально создан для такого, для перехватов. А ну иди сюда. Давай, интерсептор, тащи. Твою мать, он через дырку проскочил. А ладно. Сейчас еще одно заграждение поставим. Это патруль
Давай, дочь, врежься куда-нибудь. Он в свое заграждение. Хотел в зад ему попасть, а в итоге... А ну иди сюда, ты ублюдок, мать твою, я тебя задержу к чертям. О, все, получилось. Кстати, мой ноутбук уже перестал троить. Значит... О, второй уровень нам дали. Ну да, игра. Курсант второго уровня, бля. Так, кремлевский курсант. И еще какой-то ивент на Ground Ocean Road. Но я туда не пойду, я сразу за гонщиков пойду. Carson Ridge Revolver. Че там? Гонка. Ладно, погнали. Так, что бы взять? А, нам только Z4 дают. Ну ладно, погнали. Нам только эту бэху дали. Ладно. Надеюсь, и все остальные соперники тоже на бэхах. Future perfect. Будущее идеально. Или будущее отличное. Будущее идеально. Лол. Ну и название гонки. Так. Так, запись хотя бы идет. Ага, запись идет. Так, погнали. Так, все. Да, все на бэхах. Да возрадуются БМВшники, блин. Блин. Уже неотзывчивое управление в игре. Блин, да поворачивай ты. Немного подтраивает ноутбук. Ну ладно. Блин, да попади ты в дырку, берёг. Так. Такой гонки, наверное, у машины сразу check engine появится. Лол. Потому что я знаю, насколько ненадежные моторы BMW и насколько они капризные, блин. У старых BMW моторы хоть как-то, а вот у современных моторы очень капризные. И... Ну да, очень капризный и очень дорого в ремонте и обслуживании сами машины. Не только их моторы, так сказать. Если посмотреть вот канал Morg Power, там как раз именно эта проблема и объясняется. Вот, например, почему то или... Почему так и почему не так? BMW сделали. Давай, бэха, едь, блин.
Я хочу на первое место. Ай, поворачивай, Бэха. Но плюс в том, что сами автомобили BMW, они хорошо едут и хорошо рулятся. Некоторые автомобили BMW, если вспомнить, у них довольно-таки отзывчивое управление в реальной жизни. Вечно об стены херачу, старь. Ужас, это не отзывчивое управление у них. Я бы, конечно, заменил бы 4 гигабайта оперативной памяти на 8. Но это, так сказать, как бы... Но разбирать ноутбук — это тот еще геморрой, насколько я знаю, мой ноутбук. Не знаю, как там на ваших ноутбуках, но на моем ноутбуке это тот еще геморрой его разбирать. Это надо снять топ-кейс, надо снять все навесное, надо снять материнскую плату. Короче, капец. И при этом не обосраться при сборке и разборке этого ноутбука. Так. Immortal Valley. То есть Memorial Valley. Реагирование. Не, реагирование я не хочу. Так. Big Team Fo. Big Timer Forest. Нет. Дня, так. Предпросмотр. Ага, не. Жопу. Хочу, давай на реагирование тогда пойдем. Чё фигли, блин. А, так. Dodge Charger мне дали? Нет, не дали. Окей. Так, давай хотя бы Subaru Impreza для разнообразия. Если так. Lightning Reflex. О, насколько я помню, придется шипами автомобили останавливать. Насколько я помню. Или нет. Или я что-то путаю. А, это надо на время успеть, понятно. Время 4 часа или 4 минуты, что-то типа того. Так. Кстати, игра вышла одновременно с Need for Speed World где-то в 2010 году. Вот. Блин, можно было и Mazda RX-8 взять, но я уже и так на ней катался. Давай, сука. Погнали. Это тренировочное задание, но оцениваться оно будет как реальное. Так, проштрафился. Опять же, неотзывчивое управление, блин, у игры. Если врежешь еще... А, это... Потрачено, так сказать. Тут из-за врезания во что угодно снимается время, блин. Вот почему я не люблю всякие задания на время и прочее закопов, потому что может быть штраф по времени, а надо добраться целым до этой фигни, блин. Я, конечно, в рот долбил это все это дело. Чрезвычайная ситуация. Так, ать, аккуратно,
Игорёха, блин. Ой. Вот что значит человек, который плохо понимает траекторию в аркадных гонках. Отзывчивая игра. Input lag и output lag вообще на высоте, блин. Наверное, все-таки апгрейд оперативки все-таки поможет. Апгрейд ноутбука. Но это я в рот манал это все это дело, если честно. Еще раз. Позадрачиваем. Немного позадротим, так сказать. Дротер, позадротер. Заподротил. Дротер, задротер. Гоняет за копов. Так. Давай, давай, мне геймплей игра, блин. Игра, можешь мне уже геймплей дать? О, спасибо, блин. Всем подразделениям выйти. Так. Чрезвычайная ситуация. Так, надо в эту хрень попасть. Опять столкнуться. Ну, ё-моё, игра. Или это у меня кривые руки? Ай! Третья ошибка. Капец. Вот почему я эти задания, всякие вот реагирования, я в рот манал, если честно. Потому что хочешь на идеальное время пройти эту залупу и... И у тебя это ни хрена не получается. Вот. Давай, импреза, тащи. Так, давай сразу вот так занырнем. Так, тормозим. Да не в стену, Субарь, блин. Ай. Так. Да блин. Я, похоже, так долго вообще не пройду. Вот почему я не люблю реагирование в этой игре. Чисто из-за слабого процессора. Хотя помню на прошлом своем компьютере, который был на i5, на ноутбучном. Это все плавно шло и никаких input lag'ов не было. А тут у меня... По сути, задержки, путлаги, задержка ввода, вывода, блин. Ай. Управление неотзывчивое в игре. Мой ноутбук еле-еле пытается
это все получится ли у Олимпика эту игру запустить? Вопрос большой. Но в принципе стройка i5, даже второго поколения, эту игру тянет хорошо. Блин. Я уже нервничать начинаю. Я, похоже, очень сильно проштрафился в игре. Вот почему я не люблю эти всякие реагирования закопов, потому что штраф по времени дается огромный. Дайте мне, вот, например, тот же предпросмотр за гонщиков. Я вообще там всех порву, по сути. А вот реагирование закупов — это вообще лютый трэш. Конечно, это сделано в угоду баланса, и чтобы поджарить пердаки людям со слабым компьютером. Но что имеем, то имеем. Так, на 4. Блин, давай, давай, давай. Тяжело этим всем управлять. Давай! Все, успел. Фу. На серебро. Ну серебро так серебро. Ладно, хрен бы с ним. С этим реагированием. Так, что там по записи? Ага, 32 минуты. Я уже хронометраж наиграл целый. Пока. Ну все. Так, сила, страсть и скорость. Ну ладно, ладно. Так, давайте еще одну. А, ладно, хватит уже на сегодня. Да, уже на сегодня хватит. Ладно, ребята, с вами был Игорь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Заходите к нам в Discord, заходите к нам в группу ВК. У нас много там чего интересного. Всем пока. Не болейте.